11 апреля. Распаковочка будет для Данила. Город Балнарнаул, Алтайский край. Значит, вскрываем вновь прибывшую версию 3.0. Цвет серенький. Они у нас подзакончились. Так. Кстати, вот она, версия 3. Установлена у нас в шоуруме. Можно потестировать. Чуть-чуть бардачок. Значит, цена пока еще отдаем версию 3.0 по именно цвет серенький по старой цене. А так цена у него уже прыгнула как блоха. Около 32 тысяч стоит кресло. Ну, на сегодня она еще 29 900. Поэтому, кто желает серый цвет, успеваем, заказываем. Потому что ценник идет весь. Не получилось с первого раза. Так, значит, это у нас версия 3.0 серого цвета с двумя подушками с эффектом памяти пена. Подлокотники 4D плюс стандартные. Так, хорошая подушечка, карабинчик на месте. Инструкция имеется. Без надписей, без всяких. Вот такая ткань светленькая. Все хорошо, без дефектов. Сюда посмотрим. Так, 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 так. Тоже замечательно. Откладываем. Отверстие на месте. Ткань это полностью 100% полиэстер, полиэфирные волокна, то есть, ну, искусственная ткань, все. На этом все. Это все, что нужно знать. С эффектом памяти. Пятилучие. Угу. Дюраль алюминиевое, литье. Классное пятилучие. Замечательные. Так, колеса. 75-очки. Скидываем сюда. Мультиблок здесь уже стоит хороший. С цельным литым телом. Так, подлокотники 4D. Посмотреть надо, что они без дефектов. Дай, пожалуйста. Защитные. Вот так. Так, все. Все хорошо. Давайте опрокинем его. Посмотрим под юбку. И мы видим профиль с усилением, с ребром жесткости. Гайка запрессованная в раму, но это стандарт. Опа! Так, так. Так, угол наклона смотрю. Ага, светлый, закаленный. Ключи и болты. Эти шайбы можно использовать в исправлении угла атаки сиденья. Так, пыльник для газлифта болтается, как положено. Все равно все смотрит, поэтому смотрим на мультиблок. Мультиблок здесь, я, как я сказал, уже литое, с усилением идет. Да, да, в версии 3 вот оно, усиление. Оп, хороший мультиблок. Ну, вроде как у него никаких не было жалоб. Вот. Усиленный прутом. Только в версии 3 такой мультиблок стоит. Все. Тоже его посмотрю. Надо посмотреть. Ну и все. Видите? Все, на Алтай появится версия 3.0. Светло-серый цвет. Еще эту коробочку просмотрю. Ну, к сожалению, надо, блин, все осматривать. Много, конечно, времени на это уходит, но мы в своем магазине избегаем сюрпризов, которые вы можете при вскрытии коробки и сборке обнаружить у себя уже дома. Поэтому лучше здесь что-то исправить, если оно есть. А частенько тут попадается. Ну, человеческий фактор, он играет. Все, ждем оплату. Завтра кресло отгрузим.